Всем привет! Часть третья, в которой мы более подробно рассмотрим возможности камеры, что где находится. Есть куча надписей о том, что нам предупреждают, чтобы все разъемы перед тем, как использовать под водой, были в положении лок. Вот желтая индикация показывает то, что дверь открыта. Здесь также красненькая индикация показывает, что дверь открыта. А под этой дверцей, которая на пружинке и с резинкой, находится два разъема microUSB и HDMI. microHDMI. Кабеля HDMI в комплекте нет. Хотя на Toshiba он был. Даже чехла в комплекте нет. Здесь все прорезинено. В инструкции настоятельно рекомендуется после каждой помывки использовать щеточки, чтобы очистить камеру. Инструкции, кстати, на русском вообще нет. По поводу настроек. Настройки это у Panasonic всегда был достаточным геморроем. Единственные, наверное, товарищи, которые мало думают о конечном пользователе. Это даже показывает то, что оперировать кнопками, которые... Секунду. Так вот у нас поляризация работает. Так лучше видно, да? Кнопки показывают. Работать с ними не очень удобно, особенно если вы держите как привычно, работая пальцем большим пальцем руки. Вот. Так. Здесь несколько режимов. Здесь нет русского, я еще раз повторюсь. Как в инструкциях, так и в самой камере. Давай после выхода она появится. Есть несколько режимов. Но больше всего интересует Full HD 60 кадров в секунду. А что имеется в виду за «и», пока не знаю. Picture size 16 мегапикселей, стандартная, есть 12-мегапиксельный широкоформатный 16:9. Его, в принципе, оставим. Для фоток вполне хватает. 16 мегапикселей, мне кажется, многовато. Scene mode – это выбор непосредственной сцены, который, ну, чуть красит картинку, по сути. Меня что удивляет, что после того, как настроили, если нажмете на EA, это автоматический режим, который помогает определять сцену, то есть как уровень освещенности, то есть автоматически убирает свои настройки. А предыдущие настройки, то, что мы настраивали, они слетают. Color Mode, я здесь выставил Soft Vivid, что, в принципе, подкрасило картинку достаточно хорошо, светопередача стала лучше, более приблизился контраст к каноновскому, в принципе, картинка стала более интересной, так скажем. ES, это имеется в виду стабилизация, здесь идет выбор между стабилизацией только на видео, только на картинке и на видео и картинке, то есть на видео и фото. Фокусировка ручное, макро. То есть макро, я так понимаю, просто он дольше зумирует на конечном объекте. Фокус мод, спот фокус, это на точке. Это по привычке я уже выбираю на точке, потому как привык к зеркалкам и тому, как она настраивается. А subject tracking, что это такое? Face chaser. Ага, выделение лица, я так понимаю, digital zoom. Off. Wind cut. Это функция, которая при попадании ветра в микрофонную часть, она чуть-чуть глушит микрофоны, и поэтому мы не глохнем при просмотре. After review, это скорость просмотра, ну не скорость просмотра, а количество времени после того, как мы отсняли что-то.
Ну, имеется в виду на фото, после отснятия, там показывают нам секунду. Shortcuts – это выбор, как скажем, быстрые, hotkey, как на клавиатурах, да? То есть, как запрограммировать на определенную кнопку какие-либо режимы. Clock set, ну это понятно, alert sound – это выбор сигнализации по поводу спусков, на клавиши, как он звучит. Display, на дисплее, display on off, это замечательно. Вот как без дисплея интересно работает. Да. Так, экономия — это режим, в котором выставляется сколько режим ожидания брать, если ты именно якость дисплея. Вот language — выбор языка, в котором реально нету русского. Я думаю, это с последующими русскими прошивками появится. Intel set — это сброс всех настроек в ноль. Формат карты — это output. Это, я так подозреваю, что выбор на полсекал, наверное. Сейчас мы на этом чуть подробнее остановимся. Да, полсекал. HDMI авто. VR-Link. VR-Link — это с помощью пульта какого-то от VR. Не знаю, по крайней мере, на коробке написано, что это что-то прям феерическое. И, в принципе, все. Rockfolder — это выбор, в какую папку записывать файл номер аккаунт. Это оно, выбор отчета, ну, файлов, имеется в виду фото, видео, откуда считать, с какой цифры. Ну, если, допустим, карту используете на разных фотоаппаратах или в разных устройствах, где записывается конкретно в свою папку, это, конечно, удобно, чтобы файлы не убегали. Так. Краски стали намного лучше, кстати говоря, после того, как я выбрал софт Vivid. Единственное, что, наверное... Нет, яркость он все равно настраивает по оптимал. Цветопередача стала лучше, да, действительно. Но это будет в следующем тесте. Так. Чтобы вам рассказать. А, еще по поводу записи видео и размеров файлов. Если сравнивать с Canon EOS 550D, но это закалка, на которую я сейчас снимаю, тут размер файла примерно за сейчас, секунду, 12 минут равно 4 гигабайтам. Здесь за 6 минут примерно 600 метров. Ну, все зависит, конечно, от декодирования. Что куда пишет, ну не что куда пишется, а сжимается ли, в принципе, качество. Не сказать, чтобы оно сильно было ужато. Качество довольно потребное. Так, мы сейчас посмотрим в конце, что у нас написано на коробке. Что самое удивительное, единственное русский — это на коробке orange-orange, да, то есть оранжевый. Ну и, я так понимаю, на украинском. Dual камера, double камера, да, это говорит о том, что это гибридная камера. В чем ее гибрид? Это, наверное, вот как выбор между фото и видео, но это из спокон веков, мне кажется, было. Так, что тут у нас? High speed USB, USB 2.0. Вот это вот вообще, конечно, high speed USB. Когда уже есть USB 3.0, ну, в принципе, здесь он не обязательно, конечно. Viera Link, you can operate camera recorder by Viera Remote Control. Viera — это не Sony-ский или стандарт? Не могу ошибаться. А, там Bravia. Вы, в общем, можете управлять с помощью пульта от Viera, от телевизора, я так понимаю, серии Viera. HDMI, SDXC — это поддержка новых, быстрых, более емких форматов карты SD. HD 1920 на 1080, 16 мегапикселей.
фотографии для 16 мегапикселей фотографии, и с этой стабилизацией 12-кратная Advanced Zoom, это, так понимаю, вместе с цифровым AAA, это автоматический выбор режимов, waterproof, это то, что она влагозащищена, не влага, даже вода, как, даже не знаю, как, какой, не, водонепроницаемый, точно, до 3 метров, и стандарт кода Kemper 4, H264 достаточно популярный, очень, так, очень, очень качественный кодек. Здесь нарисована карта памяти, я так понимаю, SDXC от Panasonic. Ниже примечание, что эта карта не включена в комплект. Для кого вот это вот, не знаю, 6-7 сантиметров в ширину. Очень познавательно. Так, здесь больше ничего интересного. Panasonic Corporation. Да. Так. Ну, то, что здесь говорится о том, что используете карты памяти не менее чем класс 4, чтобы не тормозило. Системные требования. HD Writer, на который диск приходит. Ну, в принципе, не суть важно, это везде. Несомнительно, что на Pentium 4 это будет спускать. Или пользоваться вообще дровами. На это. Всем спасибо. Пока, все.